Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Ряни», где мы учим слова на татарском языке. Вместе с вами и нашими участниками давайте с ними познакомимся. Сегодня в нашей игре принимает участие целая семья, которую мы поделили на две команды. В первой команде Алсу и ее мама Гузалия. Здравствуйте, Исянасыз. Салам. Во второй команде Самира и ее тетя Айгуль. Исянасыз, здравствуйте. Исянасыз. Талантливый ребенок, талантлив во всем. Наша первая героиня Алсу играет на фортепиано, увлекается балетом и хорошо поет. Внимание на экран. Несколько лет назад Алсу принимал участие в нашем конкурсе «Жерлем Аңлы Балашах». Алсу, скажи, пожалуйста, чем еще ты увлекаешься? Я играю на фортепиано, учусь в музыкальной школе и люблю ходить в актерскую студию. А что вы делаете в актерской студии? Делаем спектакли, разные постановки, сценическая речь, бывает пластика. Ну а были ли какие-то главные роли уже в спектакле? Да, были. Расскажи. Играла учительницу. Ну, я думаю, что учительница, видимо, самая запоминающаяся роль. И, может быть, твоя будущая профессия, кто знает, да? Гузалия, расскажите, как удается все совмещать, и балет, и фортепиано, и вокал, и актерское мастерство? Как на все хватает время? Самое главное, у Алсу есть желание, а мама всегда находит время. А вот это самое главное, чтобы взрослые всегда находили время для своих детей. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Давайте перейдем ко второй нашей героине. Самира любит танцевать, ходит в художественную школу и занимается шахматами. Самира, расскажи, как сложно заниматься шахматами? Ну, не очень сложно, но... Мне это очень интересно. Ну, а насколько я знаю, ты еще увлекаешься танцами. Да. Расскажи об этом поподробнее. Какими танцами? Как давно? Ну, бывает танцы ча-ча-ча. Так. Иногда бальные. Иногда современные танцами. А какие тебе больше всего нравятся? Современные. Современные? Айгуль, расскажите, как вы видите будущее? Насколько я знаю, Самире еще очень нравится придумывать разные образы платьев, как детские, так и женские. Я вижу ее в образе, возможно, модельера. Сейчас вот она об этом еще не сказала. Думаю, что у нее это получится. Ну, возможно, в скором будущем мы увидим магазины. Да, и, конечно. Ну, в которых представлены самые яркие коллекции. Я надеюсь, что... Самые интересные. Самые интересные коллекции, именно так. Ну что ж, мы познакомились с нашими участниками. Тема сегодняшней программы «Овощи Яшель-Шаляр». Первый тур «Жауаптап». Правила первого тура очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о тех или иных овощах. Уважаемые команды, ваша задача догадаться, о каком овоще идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете один балл. Вы готовы? Да. Да. Внимание на экран. Она круглая, растет в саду. Это овощ, это бывает серым. Его кладут в суп. Бывает такая, 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 такая. Ее можно жарить. Она еще такая. Она с кожурой она коричневая, а без нее она желтая. Мама очень вкусно ее готовит. Зима делает вкусное пюре. Итак, Алсу, как ты думаешь, о каком овоще идет речь? Мне кажется, это картошка. Картошка? Да. Уверена? Да. Это правильный ответ, ты получаешь один балл. Аплодисменты самим себе. Ну а картошка по-татарски бэрэнгэ. Мы продолжаем с командой Самиры и Айгуль. Внимание на экран. Это желтый овощ, как редиска. Она такая. Она маленькая. Она растет в огороде. Она маленькая. В театре кукол есть про него сказка. Еще есть бабушка, дедушка, внучка, мышка и котенок. И собачка. Да, и собачка. Самира, как ты думаешь, о чем идет речь? Репка. Уверена? Да. Не сомневаешься? Да. Ну и правильно делаешь, потому что это правильный ответ. Один балл твоей команде. А репа по-татарски шалкан. Ну что ж, мы продолжаем с вами. Внимание на экран. Внутри
белые кружочки, пачкает руки. Это такое красное овощ. Она светло-фиолетовая. Еще получается вкусный сладкий борщ. Итак, Гузелия Ханум, о чем же идет речь? Свекла. Свекла, правильный ответ. Свекла по-татарски щегендер. И один балл уходит в вашу команду. Итак, следующий вопрос вам. Смотрим. Он горки. Он щипит глаза. Да. И еще его можно запасы на зиму поставить. Бывает репчатый, бывает зеленый. Кто ее раздевает, тот и слезы проливает. Итак, Айгуль, кто ее раздевает, тот слезы проливает. О чем это же это? Это лук. Совершенно верно, это лук. Один балл вашей команде, а лук по-татарски суган. Ну что ж, на очереди пятый вопрос. Пришло время взять в руки игрушки. Берите их в руки. Как только мы с вами до конца досмотрим ролик, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Договорились? Да. Тогда смотрим на экран. Это такие маленькие крошечные семена. Их 4. Он маленький. Да. Их ложат в кожуру. Ну да. В домике живет и очень вкусный. Она спала в кровати, и потом, когда она проснулась утром, ей было нехорошо. Из него получается очень вкусный суп. Итак, о чем же идет речь? Кто быстрее? Кто быстрее нажмет? Так, задумались. Взрослые могут помогать, если знаете ответ, нажимайте. Да мы тут на детей. Хорошо. Маленькие, круглые, зеленые. Горошек, что ли? Так, но Алсу первый нажала на игрушку. Горох, совершенно верно. И здесь нечего было сомневаться. Это правильный ответ. Один балл в твою команду. И со счетом 3-2 в пользу Алсу и Гузели мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Бергаляп Ирианы», где мы вместе учим татарский язык. Давайте вспомним 5 слов, которые мы сегодня выучили. Итак, Алсу, как будет по-татарски картофель? Беренге. Бихёхше. Самира, как будет по-татарски репа? Шалкан. Умница. Алсу, как будет по-татарски свекла? Сигендер. Бихёхше. Самира, лук? Сухан. Умница. И тебе слово горох? Борсяк. Совершенно верно. Ну что ж, мы повторили 5 слов, и время второго тура нашей программы, он называется «Истехолдер, запомни». В этом туре участникам предстоит запомнить расположение овощей в нашей таблице. На все про все мы вам даем 15 секунд. По истечению времени каждой команде будет предложен вопрос. Итак, если вы готовы, смотрим на экран и запоминаем. Ну что ж, время вышло, и пора задавать вопросы нашим командам. Первый вопрос Самире и Айгуль. Итак, в какой ячейке находится картофель? Беренге. 5-й, 7-й. 5-й, 7-й. Давай выберем одну цифру. 5-й. 5-й. Открываем 5-ю ячейку. И это правильный ответ. Один балл уходит в твою команду. Итак, Алсу, в какой ячейке находится шалкан, репа? Во 2-й. Уверена? Да. Точно? Да. Давайте открывать вторую ячейку. Это правильный ответ. Один балл твоей команде. Итак, Айгуль, в какой ячейке находится щегендер, свекла? 4-й. Точно? Да. Давайте открывать четвертую ячейку. Правильный ответ. Свекла находится именно там. Гузелиханов, в какой ячейке находится лук, суган? Бренче, первая. Бренче, первая ячейка. Давайте открывать. Правильный ответ. Один балл вашей команде. И на очереди 5-й вопрос. Мы вновь берем наши игрушки. Как только я озвучу вопрос, кто первым нажмет, это будет отвечать. Итак, в какой ячейке находится... Я еще не задал вопрос, подождите. Итак, в какой ячейке находится горох? Самира была быстрее. 8-й. 8-й, отвечает она уверенно. Давайте открывать 8-ю ячейку. И это правильный ответ. 1 балл вашей команде. С результатом 5-5 мы переходим в 3-й тур программы «Бергаляп Ираныг».
Мы продолжаем программу «Брыголяп и Ряник». И прежде чем начать третий тур, я предлагаю вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Тема сегодняшней игры – овощи, яшель-шаляр. И слова сегодняшней игры – картофель, беренге, репа, шалкан, свекла, шегендер, лук, суган, горох, борщак. Уважаемые команды, я надеюсь, вы запомнили все эти слова. И сейчас в третьем туре, который называется «Доме Солька», вы услышите песню, посвященную сегодняшней теме. Но одно слово мы спрятали. Ваша задача – написать слово, которое было спрятано в этой песне. Правила ясны? Да. Одно слово. Одно слово. Итак, если все понятно, смотрим и слушаем. Мы прослушали песню, давайте узнаем ответы наших команд. Итак, Айгуль, Самира, какое слово записали вы? Картофель беренге. Картофель беренге, я принимаю этот ответ. Гузелия ханым, Алсу, какое слово записали вы? Беренге. Беренге, картофель. Картофель. Я принимаю этот ответ, и давайте услышим правильный ответ. Совершенно верно, речь шла о картофеле беренге, и один балл уходит каждой команде. Я вас поздравляю. Со счетом 6-6 мы завершаем сегодняшнюю игру. Туган тілне қадырлаген холық қадырлы буладилер. Тілерне иренегіз ең мүхімі туған тілне ұнытмағыз. До скорых встреч на канале ТНВ. Келесі шырашыларға қадар. Сау болыңыз. Пока-пока. Сау болыңыз.